Доброго утра! Я уже какой день просыпаюсь в 5 утра. Блин, могу сказать, что в 5 утра легче просыпаться, чем в 7. Правда. Прям так здорово. Это все огород. Сейчас уже 8, но у нас достаточно свежо. Фанька уже за рулем. В общем, везу 8 часов всех мальчишек в лагерь. И... Садик, доброе утро! Нет, Афось, давай назад. Да, ну ты потом будешь, Зай, ну сейчас с утра вообще не надо. Надо. Нет, все, все садятся назад и пристегиваются. Ой, взрослый ты мой. Гриша, дорогой. Давай играть. Сейчас здесь прям футбол. Так, мальчиков я сегодня высадила возле Дома культуры. И они сейчас пойдут до школы. У них как раз есть время. Ну-ка, иди сюда. Смотрите, я заехала в Кредо, скупила соли. Так что, ребята, буду добавлять по вашему совету соль. Ну, мы будем сегодня всей семьей 5 пачек, но я купила 6 еще. Себе одну. В общем, будем добавлять соль. Купила еще сахар. В Пятерочке у нас там, что ли, он 36 или 37 рублей. 10,39 в Кредо за килограмм. Творог купила 119 рублей. И сметану, она аж там 80, сколько-то там, 82 рубля. Ну, ничего страшного, я уж как-то сильно не выбирала. И хочу сейчас на завтрак творог со сметаной. И вот немножко даже малинки насобирала, добавлю. Я разогреваю нам обед в Сержуни, обжариваю картошечку молодую. Решили мы ее обжарить на сковородке, потому что в микроволновке она внутри не прогревается. Так, и сейчас еще достанем нашу свеклу. Афонина пицца. Свеклу, которую я вчера тушила. Вот ее я, пожалуй, в микроволновке подогрею. Здесь совсем не чуть-чуть. Но у нас все и дети тоже очень любят свеклу. Антоха сейчас обувается, все, мы едем на парад. Давай, ничего страшного, поехали. Сейчас будем. Антош, посмотри на меня. Серый тоже готов. Вот Григорий забыл медали. Все, сейчас мы ждем Гришу и идем на шествие. Давай сюда руку, сына, глянь, сколько народу, чтобы не потеряться. Ну, спортсмены. Сережа, иди сюда вот. Пошли. Вертолеты нет.
Да, видишь, он берет, даже 5 сразу узнал. Все, пошлите, дети. У Вадика есть кому фотографировать. Здрасте. Это южный поселок. Теперь мы ищем мышастовку. Это тоже поселок южный. Ой, глянь, а тут тетеньки на таких же примерно. Конструкция. А, их, походу, там катят, да? Да, да. Видишь, внизу. Ну, знаешь, ты в юбках. Здорово, да? Ну, им тоже там, знаешь, свои сочинки. Конечно. Кондиционеры на них. Да. Да. Гля, как здорово. Да ты корова на роликах. Тут какое-то спортивное сельское поселение. Все на роликах. Глянь, какой каравай красивый. Слушай, может, мы сфотографируемся здесь? А как раз и улица Хлеборобная. Да, мы 3 квартала, короче, туда пошли. Сначала, где все наши стоят с детьми. Будем с ними по факту. Бля, тут тоже на этих. А вы откуда? Ты какой-то очень прям подготовленная, да? Да. Так, ну это еще не мышастовка, да? Привет! Даня, так, Женя, вот, ровно все. А Диану смотрит. Да ну на меня смотрит. Диана, руку пойдет. А где ты, Диана? Все знают Диану. Интересно, да? Не пленен Васильевский Гурин, считался куренем характерника, о котором до сих пор ходит множество легенд. Свой 225-летний юбилей видит так. Я мышастовка станица. Я не хотел ее забрать с собой. Всем станицам я сестрица. Речкой Кочетыре умылась. Мы из мультика пришли. Шариков надули много. Яркий тортик принесли. Прохожим в этот день.
Тверская. Так, мы приехали поздравлять Алину. Покажи, что мы купили. Это Лола и Костя. Да. Да, платье, рюкзак и Лол. Что такое? О, а что у тебя за футболка? Привет. Пошли поздравлять Алину. Пойдем? Домой поедем? Нет.